Федеральным законом от 31 июля 2023 года номер 390 о внесении изменений в статью 171 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за производство, поставку, закупку, хранение табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующих лицензий в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенная в крупном размере. Наказанием за данное преступление будут являться штраф в размере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или занимать определенной деятельности на срок до 3 лет, либо без таковых. За совершение вышеуказанных деяний организованной группой или в особо крупном размере предусматривается повышенная ответственность. Крупным размером признаются стоимость табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства, превышающие 100 тысяч рублей, а особо крупным – 1 миллион рублей.